Йоу, всем привет, дорогие друзья, с вами Лайков и добро пожаловать на прохождение Лего Гарри Поттер. И мы продолжаем наше приключение, наше властвование в мире волшебства. И добро пожаловать на последний год обучения. Ну, хотя какое-то обучение, мы же уничтожаем, в принципе, Волан-де-Морта. Последний, в принципе, главу наших страданий, мучений и уничтожений общего зла. Так. Дадли уезжают, семейство Дурсли. Чтобы обезопасить их, они, кстати, уехали в надежное место. И у нас есть с вами план добыть остальные крестражи. И помогут нам наши друзья Гермиона и Рон. Эх, ребята. Так, вы что тут расслабились? Привет, привет. У нас есть зелье-перевертыш. А подождите, у нас нет зелья перевертыша? Или есть? Что? Что происходит? Нам нужно превратиться в Гарри Поттера. Вот такой у нас план. 7 Гарри Поттеров. И тогда... не поймут, где истинный Гарри Поттер. И кого и убивать. Вот качок. Ох, я его, правда, кармашки таскаю. Ну, ничего страшного. Так, а вы принесите мне нужные... что, нужные... волос, вишня, яблоко, так, хорошо, давай, вот теперь вы знаете рецепт оборотного зелья, ребят. Так, что это такое с вами? Картина Репина, фотография Дурслей. Смотрите, сундук, холодильник держали под запретом, чтобы Гарри ничего и не съел. Так, вишенку мы с вами достали, добыли. Отлично. Яблоко мы с вами добыли. Отлично. Так, а волосы как? Так, Уизли, Артур Уизли. Помогите нам отремонтировать. Пылесос. Та-дам! И что это мы с вами... А, вот там волосы были, Гарри Поттер в пылесосе? Что? Ладно, никаких вопросов. Что там делали волосы Гарри Поттера? Так, ребята, выпиваем все по одному глотку. Ну, за ваше здоровье и за мое очко. 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 Ну, короче, вы поняли, за мое очко. За ваше здоровье. Все! Какой же ты уродливый! Не смотри на меня, пожалуйста, Артур! Так, вы теперь разделяйтесь по парам, и мы взлетаем. Полетели. Встретимся на намеченном месте. Гарри, а ты со мной. Эх, ты! Ты что, мотоцикл сломал? Нас там ребята ждут. Так, а гумики? Отлично. Теперь это мы делаем так. Это делаем так. Колесо. Добыли с вами колесо. Так, а что нам еще нужно? Ну-ка. Помоги. Сейчас ты и Гарри бы смог бы мусорку бы. Ага. Это люлька. Мусорку перевернуть бы. Так, все, уничтожаем, уничтожаем. Ага, вот еще одна деталь. Забираем. Кстати, это получается и соседи, да, тут? А все соседи-то не слышат, что происходит. Поехали, Гарри, стартуем. С чего ты говоришь? Я говорю, стартуем. И там книги были, вот это гениально просто, в книге было махачи вот этот описан, блин, какой же, реально, я когда читал, я прям все это представлял в книге, что там творилось, блин, так это было круто, это несколько раз круче, чем в фильме реально показали. Так, Гарри, о, господи, ты мой.
люльке как... Ох! На люльке. А как он на люльке едет? Ой, господи, как же это смешно и весело. Так, нам, короче, середины держаться, да? Да, обманули, теперь я на мотоцикле. Так, бессмысленный, кстати, погоня. Вот вообще бессмысленный был сейчас реально вот этот кадр. Это для того показали, типа, это в фильме было, и за это и это... Больно голове, больно. Дамблдор, ой, это... Волдемор знает, где он истинный. Нет! Он был у меня прямо перед носом. Так, это кто? Новый министр магии пришел, ребята, нам принести завещание от Дамблдора. Здравствуйте, я новый министр магии, и у меня завещание от Дамблдора. Завещание от Дамблдора? Что, нам? Куда он делся? Ах, он маг. Да он настоящий волшебник. Я тут, вы что? Идите сюда. Так, начнем с Рона Уизли, вроде бы. Рон Уизли... А, нет, Гермион Грейзис. Он вам достал сказки Барда Бильда. Что? А где пламя-гасилку? Я не помню, как она называлась правильно. А тебе? Золотой Снич, Гарри, возьми его. Золотой Снич? Мой самый первый, который я поймал? Что? Он опять? Сейчас, а, вот он. Ну, до свидания. Диалог-то, кстати, долгий был у министра. Ну, как долгий, относительно долгий. Там он хотел узнать, для чего. Так, порох, порох, где у нас? Где у нас летучий порох? Может, дрон именно должен быть? А, не летучий порох нам нужен, нам нужно свет перенести. Все, теперь... Рон тоже крутой чувак и будет. Иллюминатор, вот как назывался, да, эта штука. Я-то и забыл реально. Ну, ребята, полетели. Так, а, Гермиона, а у тебя волшебная сумочка, в которой помещается куча-куча вещей. Эту, кстати, сумочку подарил вроде бы Хагрид Гермионе. Сумочка Гермиона, вот. Если я не ошибаюсь. Я могу, конечно, ошибаться, но вроде бы эту сумочку подарил. А тут свадьба, кстати, идет у нас брата Рона. Билл женится на Флёр Делакью, вроде бы. Гарри, привет! А это мой папа, сумасшедший. Эй, привет, Гарри! Ох, у вас знак. Интересный. О, что? Министерство пало. Министра убили. Бегите, глупцы. Так, постой. Рон. Только салютов там не хватало, конечно, на свадьбе, но... Та-дам! Так, это было бессмысленно. Так. Тушим огонь. Так, нам нужно... А? Ах, ты писюн такой. Так, тут собрать можно что-то. Это у нас водокачка, которую мы можем потушить огонь. Крупный, да, я так понял. Нет, это тучка. Я тучка, тучка, тучка. Я больше не медведь. Отлично. И... А, ты что не тушите? Отлично. Дальше, дальше, дальше. Что это у нас? Ах ты! Ну, давай, Гарри, ты что, ты же... Так, а где Рон? Рон, ты что тут? Извини, Гермиона. Гермиона, сумочку. Ага, что это мы? Куда? Это лед, да? Лед разбить надо. Да. И над огнем его вроде. Он растает, да, получается? И потушит огонь.
Ребята, замечательно! Ой, господи, тут огонь. Замечательно, за мной всем. Зачем домик опять? Ладно. Всех я. Так, подожди, где Гермиона? Вот она. Рон, ты не дотушил. Гермиона, давай сумочку быстрей. Пожиратели смерти напали на нас. Ага. Рон, водички. А? Блин, что ты, Рон, переключился? Наполняй кулер, это же кулер, вроде бы. Так. Все, да? Господи, домой. Так, Рон, ты давай, давай все тут, мы ходим тут и натыкаемся на этот, вот эту, давай потушим. Вот эту потушим. Что это такое? Что за безобразие? Ах ты ведьма такая. Так, а где? Вот огонь. Не понял. Наводи иллюминатор. Только я пока не могу захватить почему-то. Так, может, как наколдовать надо? Да подождите-ка вы. Я не могу понять пока. Или мы, мы отсюда, наверное, должны взять его отсюда, вот. Теперь понятно, что это произойдет. Из торта пилета вылезет стриптизерша? О, почти. Та-да! Сюрприз! А вы не ждали? Рон, ты нашел место. Телепортируемся! Вот такие ребята у нас. Уже в самом начале опасности, смотрите, за нами. Трангусируем, кстати, да, не телепортируемся. А, осторожно! И нас, в принципе, никто... Пойдемте в ту кафешку, переоденемся там. Ура! Кофе! А, да. Трансгрессия, да, открыто. Ну вот и блок доступен. Там, смотрим, уже двое рыбатя каких-то кофе пьют, походу. Так. Вроде бы никого нет, кроме двоих рыбатя, которые заказывают тебе еду вечерком. Ну, ничего подозрительного. Пойдемте сядем. Так, что вы будете заказывать? Так, нам, пожалуйста, вот это, вот это и вот это. А вам что? А, нам то же самое, что и заказала вот эта белеющая девушка. Хорошо. Так, ребята, слушайте, у нас есть... Я знаю, где Кристраш, у нас еще один прячется. И у меня есть план. Мы нашли новый Кристраш. Гарри, обрати на нас внимание. Что? О, господи! Так это же... Бандюги! Вы как вы нас нашли, только вопрос... Что делать надо? Получай по щам. Так, тебе просто. Ага. Это как из Белатрис, помните, у нас было? Тоже мы оглушаем ее, потом и бьем ее. Ах, ты тарелку решил? Получай. Кошмар, вы что тут устроили? Не попал, не попал. Вот ты растяпа, сам себя я глушил. Не попал, не попал.
Так, по одному сердечку осталось. О, господи, они сразу двойную атаку. Что нужно делать? Получай леща. Отлично. Так, одного. Ах ты, песню, все-таки один раз попали в меня. Так, вы давайте только не бегайте, не. Так, Том, значит. Рон бы этого не оценил бы. Получай по щам. Так, Гарри, как они нас нашли? Надо стереть им память, чтобы они ничего не знали. Так, что? Что он сказал? Тот, не помню, у меня есть план. Я нашел квест-страж. Пойдемте в министерство. Так, ну для начала министерства мы должны вроде бы по сюжету домой телепортироваться. А, не сразу, нифига себе, они сразу в министерство собираются идти. А, ну это чисто по книге же, да. Так, работника оглушаем. Остолбеней. Отлично. Все, мы теперь выглядим как работники из министерства и приняли облик как работников из министерства. Все, пойдемте в министерство, ребята. Так, а как же они, интересно, заходят в министерство? Что, через туалет? Это очень странно. Что она делает? Стопать на унитаз? Да. Прикинь, они так попадают в министерство. Ну, ладно. Так, я оказался помощницей. Как ее зовут? Долорес Эмбридж, представляете? Я пойду им помогать. Следуйте за нами. Пошли, Гарри. Так, это кабинет Долорес Эмбридж. И грозного глаза убили, ребят. И глаз стоит в двери. Долорес Эмбридж, представляете? Так, нам тут не пройти. Угу. Что-то нужно придумать. Отлично. Замечательно. Что это нам даст? Так, это какой-то неведомый. Походу на курицу, да? Ножка куриную или что это такое? А, это же отлик... Это... Как это? Шумелка вроде бы называлась. Как-то так. Сейчас оно отвлекет внимание. Так, давай еще раз заведем. Та-дам! Смотрите, сколько их. Бегите, бегите, глупцы! Так, вот он, глаз грозного глаза, видите? Так, что у нас тут? Тут еще что-то как-то бесполезно, мы тут все пооткрывали с вами. Подойдите, Корон. Ну-ка. Делюминатор свой. Так, Гарри, собери, что он выронил. Это скрипка. Спи, моя радость, усни.
Эй. Заснул, отлично. Так, теперь мы должны найти здесь медальон. What the fuck? Ну ладно, вертолет. Так, отлично. Тут два замка. Я бы, правда, с первого раза не сказал бы, что это замки, но ладно. Так, ключик нужен, я понял. Так, надо пострелять много. Поразрушить тут. Вот и второй, ребят, ключик нашли мы с вами. Отлично. Так, ну что же у нее тут? Ага! Что? Странно, медальон и тут нет. Она с собой таскает медальон. Ну это же логично! Медальон, который таскает на шее, она таскает с собой. Смотри, на фотографии даже медальон на ней. И в газете был медальон на ней, когда мы увидели это. Почему мы сразу не догадались? Да потому что мы тупые, точно. Так, водички, говорите, да вам нужно тут? Сейчас мы тебе поможем. Так, поливаем. И у нас вырастает растение, которое что? Которое высушит. Кто там находится или как это работает? Отлично. Все, и не благодари. Давай, открывайте нам дверь, пожалуйста. Так, теперь надо проникнуть на верхний этаж. Отлично. Так, у тебя вроде бы был твой сова. Так, совушка, давай. Собираем. Гениально просто. Так. Тут злой волшебник нужен. Так, поехали. Отлично. Так, она обсуждает тут всяких со связи с Грейнкрупью. Что такое, Гарри? О, господи, тут дементоры. Смотри, сколько их много. Дорогой, ты тут, ты пришел поддержать меня. Привет. Так, вы, получается, виновны. Что? Нет, нет. Ах ты, ведьма такая. Что? Так это ж Гарри Поттер. Держать Гарри Поттера. Охрана взять их. Нарушителей. Так, мы должны что сейчас? Так, Шумахач вести или что? Или что-то другое сделать? Ага. Ах ты! Шучка! А ну, получай! Сундуком. Так, Гарри, помогай мне! Гарри, конечно, просто бегает. Гениально. Гарри! Почему ты мне не помогаешь, Гарри? Не попало. Не попало. Не попало. Ты шо ж? Не учишься на своих ошибках два раза один и тот же сундук посылать. А ну давай, приступим. Ах ты, жучар Долохов, получай. Ах, Долохов, водички захотел освежиться, получай. А-а-а.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Получай! Ну ж, последний удар. Все, выкусил. Так. Ого, теперь уже больше. Сколько там деталь? 5. Тише. Тормози, ты еще бабка, ведьма. Ты что, меня хочешь убить? Чуть-чуть меня не попал сундуком. Получали еще. Ну ж, давай. Проверим твое мастерство. Дуэльное мастерство. Та-дам! Я отучился в Хогвартсе! А, ну да. Так. Так, водицкий, надо тебя охладить. Так, что ж такое она? Она-то искусная ведьба. Ну, ведьмы, я больше тебя не допущу, чтоб ты меня попадала. Ну, отдавай медальон, который тебе не принадлежит. А-а-а. Я поймала, Гарри! Мы валим, валим, валим отсюда! Кондор! Что, атакуем! Еда! Бегите, глупцы, бегите! Бежим! Спасайтесь, кто может! О, господи, не терять себе там. Сколько их там? Это же товар, кстати, выглядит. Бегите! Как они только дементоры заходили, я так правда не понимаю, министерство, как они проникали. Я люблю тебя, муженек мой. Что? Что? Ты мой не муж? А вот мой муж. Я тебя уничтожу. Взять их. Давай, Рон, давай. Так, и тут Рон, короче, разорвало. Ну. Не на самом деле разорвало, просто там небольшое смещение, короче, и он потерял некоторую кровь и некоторую часть своей кожицы вроде бы. Моя рука! Смотрите! Ух ты! И я все быстренько поправлю. Сыжу нам палатку. Волшебную, конечно, палатку. Так, ну что мы делать будем? Давайте попробуем уничтожим Адаму-кедавра. Нет, теперь ты, курвы пердоли. Шашлык-машлык. Бака-барака. Нет, ничего не работает. Мы все испробовали. Все. О, господи. Ладно, я буду его хранить у себя. Ну что ж, Гарри. Нам нужно найти следующие крестражи. Ну что, ребят, давайте на этом с вами и попрощаемся. На этом замечательном моменте. А завтра встретимся в это же самое время, с этого же самого канала. С вами был Лайков, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!